вовремя доставить заказ. Миссия выполнима. Для этого и нарушить правила дорожного движения не грех. Визуально определяется административное правонарушение. Останавливаем водителя, проверяем наличие документов, объясняем причину остановки, составляем административный материал. В центре внимания сотрудников полиции – водители двухколесного транспорта – мотоциклов, велосипедов и скутеров. В городской черте чаще всего это курьеры различных служб доставки. Поскольку поступает много жалоб по поводу нарушений ПДД, опасного вождения, передвижения, а сотрудники ГИБДД, соответственно, по линии нарушения правил дорожного движения. Документ, подтверждающий законность нахождения на территории Российской Федерации, регистрация по месту пребывания, патент, права, если остановленный не на велосипеде. Профилактическое мероприятие «Мотовелоскутер» можно назвать межведомственным. Его проводят сотрудники Одинцовской госавтоинспекции совместно с коллегами из первого отдела полиции. Так. Значит, вы, будете доставлены в первый отдел полиции по городу Одинцово для составления административных материалов по статье 18.8 «Нарушение регламента». Что будет после составления протокола, зависит от ситуации. Нарушитель может отделаться штрафом, а может предстать перед российским судом. Такие рейды сотрудники полиции проводят регулярно, чтобы водители не только соблюдали ПДД, но и в случае иностранных граждан хорошо знали правила пребывания на территории страны, в которой они работают. Лада Дудко, Андрей Безуглов, телекомпания «Одинцова».